скучно, так что мы будем это делать при музыке, хотя бы, чтобы вы послушали музыку. Чего я ничего не прочитала? Я вообще ничего не читаю. Ой, я думала, у меня скрипит дома. Я вообще ничего не слушаю, я тупая. Бедных фишек. Слушай, мы же, помнишь, говорили сегодня, то, что мы будем снимать... В той серии говорили то, что типа мы будем обновлять свой дом, а не в шахте лазим. Так что телефон. Сейчас лазим в шахте. Сейчас надо руд добыть. Дерево надо, придурок, а не руду. Зачем? Зачем дерево, если у меня и так не дерево? А хотя у меня есть мод 3 Capitator, это мод, который. Если ты срубишь там деревянным топором дерево одно, то у тебя срубится сразу полное дерево. То есть я вам обещал, то есть я скачала такой мод, и теперь мне не надо там просто там рубить. Ну, короче, вы поняли меня. Да, ты такой, да нет, ты так хорошо объясняешь. А ты вообще иди отсюда. Это мой канал, не твой. Так, что мы сейчас добудем чуть-чуть руд и будем свой дом обновлять, да? Вторую комнату я себе сделала, вторую комнату для нас. А второй этаж? Ну, что ты из дома делаешь? Давай. Опа, я уже... Да. Мы, может, будем это при музыке делать, а может и нет. Ну, да. Потому что еще неизвестно ничего. О, я сейчас могу сделать себе штанишки. Мне хватит теперь на шлем. И мне надо еще нагрудник. Да, нагрудник. Нагрудник надо. Ребят, 7, по-моему. Я не знаю, я не помню. По-моему, да, 7 или 6. Нет, 7. Я все знаю, не командуй мне. Я вообще не помню, как он делается. Стоп, погодь. Ёпта, говнота. Я не знаю. Если в следующей серии я буду обновлять сборку. В следующей серии буду обновлять сборку, поэтому. Да, вот так вот. Ну где-то добавлю там парочку модов, где-то 30 там модов, не знаю. Нифига себе парочку. Ну и что? Ты говоришь, парочку это, ну, штук. Ну, не, 3, 4, 5. Один слизок. Да. Да. Ой, собрал. Они 30. Смотри, что я могу сделать. Три. Опа. Собрал железо. Что я сделал-то? Как ты сюда? Ой. Ой, я попробую этот. Я нагрудник забыл, как делать. Ой, вот это. А как я нагрудник? Стой, я забыл, как нагрудник делать. Нет. Посмотри. Любой нагрудник посмотри. Чтобы она так же делала. Вот, смотрите. Я вот так вот делаю, вот так. Медная кираса. Ну, здесь написано ботинки, поножи, шлем, а тут кираса. Это что? Ну, потому что... Ладно, похрен, я говорю. А, дом, да? Не надо делать читерить. А чё? Как читер. Ну что? Так, комната как-то вот так, да? Я не знаю, как это. Я хочу... А, знаете, по-моему, надо... Это чё это у меня? Ой-ой-ой, я дом разрушил. Блин, я дом... А что ты слухи не разрушила? Слухай. Может сделать в курсе вот так.
такую лесенку, да, сделать? Слушай, для меня. Опять я. Да, не буду делать. Что тебе надо? Что вообще сделать? Надо было выровнять или сломать. У меня меч прочный. Что я могу тебе сказать? Ничего. Ничего. Пока, да. А все, мне надо булыжником. Как-то булыжником постараюсь. Это так красиво. Ты чем тут поставил? В той серии было слышно, как только Данил... Перемотки, по-моему, не будут, потому что я монтаж не умею делать. Ну, может быть, нет. Но у меня монтажа нет.
Я не знаю, что вы надо. И никто не знает.
слой. Какой? Дерево. Так вот? Нет. Да, в смысле, тут будет... Давай говори, я что делаю. Ты не скажешь. Да ты уже, что тебе вот это все уже ломать? Ай, блин, у меня досок не хватило. Блин, у меня досок не хватило. А что, тебе когда получилось? Сейчас надо спустить. Чтоб досок остался. Да, уж так много досок. Молодец, Настя. И как я буду? Я строитель дома. Это не ты строитель, а я. Хотя ты это все был хлам. Крышу заделаем и это все, бай-бай. Да, мы бай-бай. А нет, еще и бабайки тебе нужно. Серьезно? У меня тоже не хотела. Ну ладно, ничего страшного. Я еще в том сундуке. Ты уверена? Уверена. А, вон, да, правда. Покер сначала, кстати, ну, а кстати, у меня хотела взять. Что будет очень темно, короче. Два. А что тут темно-то? Ага. Все равно наш дом защищает. На. От холода, да? Вот, мне 18. Мало. Смотри, я сейчас иди туда, там тоже поставь фактор. Хочу, чтобы у меня земля была. Я хочу вся это пол такой фигня. Да похуй, ну. Но я не хочу себе такой, как ну, у тебя. Ну, меня тоже видишь. Я не хочу себе пол с травами. Давай тоже выставим. Ой. Давай. А хотя, что ты там, блядь, одну травму, всё? Ой, Даниил. Похуй, ну всё, всё. Это твоё. Что дальше что делать? Ну, на этом мы уже будем заканчивать, уже 24 грёбаных часа идут. Минуты. Ну, минуты, допустим, 26 минут уже идёт. И утро наступает. Ой, да, да, да. Ночь. Ну да, утро. Какое утро? Утро, конечно. Ой, какое ночь. Утро? Давай на закате солнца. Да. Ой, да. Ну, а я в общем, наверное, как. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами я. А, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, оставляйте коммент, кому понравилось. И чтоб я снимал прохождение по этой игре. В общем, с вами был я, Данил, и...